Привет, дорогие друзья, с вами Алексей Бородин и Олег Павлицов. Олег, приветствую. Привет. Хотел бы взять у тебя интервью. Ты знаешь, я пришел в проект Elevus, команду Starex, без опыта работы в интернете. Уже был бизнесменом с опытом, и сейчас я занимаюсь недвижимостью, инвестирую в нее достаточно прибыльно и хорошо. Меня привлек очень, как сказать, термин краудфандинг, да? Немногие новички, ребята, которые приходят, они видят какие-то вообще плюсы. Для некоторых это пустое вообще название какое-то, да? Я бы хотел, вот, видя твои видео, посылы по финансовой грамотности, да, позиционирую тебя как человек с большим опытом, хотел бы, чтобы ты поделился своим мнением, что же такое краудфандинг и для чего это надо вообще. Отличный вопрос, на самом деле, и меня в первую очередь радует, что в нашей команде появляются такие люди, да, я хочу сказать тебе спасибо за то, что оказал должное доверие, скажем так, да, нашей команде, и приехал на наш тренинг, хотя мы намного младше многих, кто здесь присутствует, да, но тем не менее, я надеюсь, что мы что-то, у нас получается что-то давать, да, для людей, это очень важно для нас. А касаемо краудфандинга, я хочу сказать, очень простые вещи, да, вот уже буквально вчера как раз тоже об этом разговаривали. Вообще всегда и уже испокон веков принято было у всех народов, что есть какой-то внутренний народный обычай, который гласит о том, что нужно друг другу помогать и реализовывать какие-то сложные, допустим, задачи вместе. Например, я знаю в таких проектах, допустим, казахов, да, допустим, я сам с Казахстана, ну, я знаю, что у них это называется асад, да, иными словами, там, кочевой народ перекочевал, теперь нужно всем поставить юрты, да, и они там вместе помогают сначала одному, потом вместе другому, вместе третьему, четвертому, то есть, по большому счету, это и есть краудфандинг, просто тогда люди инвестировали свое время и силы, да, то есть, свои какие-то навыки реализовывали, то сейчас, ну, попыталась, в принципе, в какой-то степени, да, государственная система, да, ну, нейтрализовать вот эти внутренние отношения между людьми, между народами, ну, скажем так, рознь определенную устроить. Но слава богу, что вот как раз-таки предприниматели, предприимчивые люди, да, они использовали сеть интернета, ну, интернет-сеть в целом в правильном русле, в правильном направлении, да, что именно через это направление можно объединить людей для создания чего-то более масштабного, более глобального, и как мы видим, сегодня мы уже это начинаем реализовывать. По примеру кого-то, это не важно, то есть это положительные примеры, это очень важно. То есть краудфандинг и краудинвестинг, да, в нашем случае, когда мы говорим про тот объект, который мы уже презентовали для всех вас здесь, это такой тоже был сюрприз, по сути, потому что никто не знал там детали сделки, но по факту всем эта сделка стала интересной, все захотели как бы в ней принять участие, у кого нет денег, поставили себе задачу, чтобы заработать эти деньги, чтобы хотя бы какую-то долю выкупить. Но смысл в том, что сегодня становятся успешными, преуспевающими, финансово независимыми людьми именно те люди, которые создают активы. Ну, а бедными остаются, собственно говоря, те люди, которые плодят свои пассивы. Если, допустим, сегодня у нас на спецтренинге также есть и молодые ребята, да, допустим, мои ровесники, да, которые, может быть, хотят себе действительно купить какой-то автомобиль, там, ну, чтобы покрасоваться там перед девушками, да, чтобы у них увеличилась вероятность, как бы, вероятность положительного принятия решения со стороны девушки, да, как бы, с кем она хочет быть. Так будет корректнее, да, сказать. Ну да, есть такой момент в сегодняшней современности, но зато, понимаете, как бы эта машина, она его просто без трусов оставит, вот и все. То есть это история, которую я говорю, в принципе, на всех презентациях, там, Вася хотел иметь BMW, в итоге BMW имеет Васю. Все очень просто на самом деле, да. И вот в этом плане именно мне нравится, что у нас здесь люди, они осознают уже теперь эти моменты, и они вместо того, чтобы купить себе BMW или какую-либо там другую безделушку, которая будет выкачивать из них деньги, они лучше сейчас инвестируют это в долгосрочные направления, в активы, в реальном секторе экономики в том числе, и в недвижимости, для создания именно денежного потока без их участия. Это круто, получать деньги, ничего не делая. То есть, что может быть лучше? Вообще супер. По-моему, развернуть и ответа не представить вообще. Олег, спасибо тебе огромное. И тебе спасибо. Дорогие друзья, пока-пока. Все, всем счастливо.